Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FIFA сериала за Индонезию в Sid Meier's Civilization 6. Особые условия, но об этом всем в первой серии, так что лучше переходите к ней, если вы не в курсе, что у нас тут происходит, ссылка в описании, в прикрепленном комментарии. Лучше смотреть с самого начала. Ну а мои любимые спонсоры всей серии видят сразу. Огромное им спасибо за поддержку. Собственно, как и не менее любимым зрителям. Всем вам приятного продолжения просмотра. Так, сколько у нас ходов? 7. Франции так хочется. Очень надо в героический. Так, селитру я еще не использовал. Великих людей можно за веру попокупать. Что да, у нас еще там? Санку уже построили. Ты пофиг, мне очки нужны будут. Забудь юнитов поставить по краям, чтобы они тебя не грабили. За Тарову жалко, что она ничего не может сделать. Ты же ее перезахватишь, брат? Заведи хоть одного милишного юнита. Да, я так не подвел. А бомбарды около моих границ инк это тоже защитные, да? Ты мне будешь по каждому юниту дергать, ты не собирайся на тебя нападать. Но зачем ты это делаешь около моих границ? Объясни. Нет, ты объясни! Ты чё там сидишь? Не, ну он просто говорит, не будет нападать, понимаешь, покупает бомбарды и линейку типа ставит мне в лицо. Ну а зачем ты его спрашиваешь тогда? Просто готовься к войне. Этот игрок просто, понимаешь, порой это делает. Ну хорошо. Так зачем спрашивать просто? Ну, реально каждый ход. Просто построй юниты. Горис H2, просто добавь воды. Да блин, просто так не хочется бессмысленно воевать. Не знаю, я вот сейчас бессмысленно воюю с Вьетнамом и Францией, зато весело. Так, сколько просто у меня? 2. Они думали, что нас пограбят, а мы даже не обработали ничего. Да, я не успел даже эти города в первым поставить, нет, вообще абсолютно. Это такая фигня. Учитывая, что ты даже индусы захватил, даже не твои города. Не, ну все равно как бы это... Не, ну если я помню, как выглядели мои города на момент захвата, там не с чего грабить. Ну так вот, о том и говорим. Я все строил, все в порядке, но... А ты строил? Просто я-то до сих пор как понял, что все, я уже не так... Все, что я могу только сопротивляться, я вообще могу все это дело строить. Не могут одну гавань грабить, ладно. Ну да, гавань пограбят и уйдут. А дальше что? Неохота пока больше строить. Ну, покупать за веру, имею в виду. Инка, зачем ты обращаешь в мои города свою веру? Это кто говорит? Ну, это говорит Гал. Ахен, твой город уже? А, ну, сейчас уйду. Вот реально, зато руку жалко, она ничего не может сделать, эти варвары. Тут еще на Унсу докапываются, на Унсу нормально, там 63. Блин, реально, у чуваков 3 научных ГГшки просто. Ну так это игра, и что, это, не, кстати, Таруга это варварский клан. Я сам вырастил, вы берете и уничтожаете. Я была как сын. Ты вырастил? В смысле ты вырастил? Ну, я контролировал, пришел и не убивал, выращивал, давал деньги. Это совместная была работа, не надо. До следующих встреч. Надеюсь, мы больше не увидим.
Мне интересно, ты с Галом не воюешь, потому что у тебя дружба просто? А так ты, у тебя челлендж всему миру войну объявить? Чего? Блин, я бы смотрю, сколько у тебя этих 5 игроков с тобой в войне. Чё ты? Объявляйте войну, Торги. А, я думал, ты как аванпост сделаешь. А, это вот эта Таруга, извиняюсь, тогда нет, тогда я не помогал ее. А почему ее? Подожди, а почему юниты остались из ТС, не они должны исчезнуть? А, ну, потому что это этот, ДГшка какая. Варварская, я понял. Да. Шикарная игра. Ну, все доделано, все идеально, можно спокойно делать новую часть. Два хода индустриализация. Ну, наверное, два хода тогда исследовательские гранты. Я и ответить могу, ты что делаешь? Брат, теперь смотри, чтобы эти караваны не по воде шли. Ну, он только теперь с тобой караванится. До этого не со мной караванил? Ну, я в города еще послал, которые меня убивают. Так вот, сейчас не только с ним караванишь. Ну, города как-то... Капитан, давай развод объявляй. Там 20 монет шло в города. 5 ходов. А где у нас там более крутые... Броненосец, но как я буду открывать броненосец без знания, сколько у меня угля? А ты в какой выходишь? Герой. Я граблю... Так, наверное, надо взять рейды. Потому что я собираюсь убить Унсу. Ну, объясните за... Это, за звуки цели. Кто там каждый ход орёт истошно? Наверное, слоны. Ну, я больше похож, как он... Ну, как это, что-то с ним делают. Ну, когда перемещаю слонов, они издают звуки. Не, тебя я не слышу, я вот пройти никто может так орать. Что? Ну, вот, рядом со мной, ну, все равно слоны, да, там же они рядом вроде. Не, по-моему, там что-то рядом с Наской. И из-за того, что захвачено тебе каждый ход, будет вот. Так, давайте, наверное, рабочего два хода. Спрашиваешь вопрос, а сам говоришь на него ответ. Предположение. Я не полноценный ответ. Так, я кругосветку сделаю еще, кстати. Ой, опять подставился под эти. А, давайте к перемещению возьму. Под требушет подставился.
Матинья предложил. Да, кругосветочка сейчас должна быть. Зато у вас наводнение. Это хоть что-то компенсирует. Берите войну тороги, что? Ну, слушай, ну это же не дело так делать. Ну, с чего вдруг? Ну, блин, под это, подъевреивание такое. Здрасте, а зачем мне ваш город на нашем континенте? Я его сам убить хотел, но это просто некрасиво. Я его точно так же бы уничтожил. Ну, видишь, тогда... Объявить войну Тороге. Хватит использовать нечестные способы игры. Гал, ты собираешься нападать? А кто не объявил войну Тороге? Ну ты посмотри, какие наглые люди. У Гала что-то спросили, но не сказали, кто спрашивает. Функция это была уже так. Инк. На тебя нападать? Да. А, я понял. Нет, не собираюсь. А что? Хорошо, я сейчас буду клепать армию, это я просто иду Вингу помогать, чтобы ты опять не спрашивал. Стакан сока пил или не трогай? Так я и не хотел на тебя нападать. Зачем мне на тебя нападать? Ну ее это самая война объявляет. Мы в одной техе, смысл. Так как это был в прошлом варварский клан и перерос в город-государство и... Маска? Нет, Таруга. То Фераксис не смогли сделать нормально, и она остается как будто живой. А надо войну она... объявить, да? Да, тебя сейчас он все послует. Ну хорошо. Потому что ты обидишь механику. Я ничего не трогал. Ничего не знаю. Незнание не освобождает вас от ответственности. Венгр сделка. Но когда ты абьюзишь, ничего не делай, мне кажется... Такое... Знаешь, ты я в тюрьму, он посадит, а ты никто не знаешь, за что. Это же само не освобождает тебя от ответственности. Ну, я же объявил войну, так что... Ничего себе, Дима активный. Мне это снится? Он просто со мной союз, я на него благодарен. Ужас. Обычно Дима сидит и говорит, я ничего не буду делать, мне все равно. Все. Видишь, как один союз работает? Так бы Дима со всеми в союзе был, и все. Да когда я со всеми в союзе был, алло, я в дружбе. Алло, алло, что, кто там что говорит, алло? Я играл на титане в дружбе, первые ходы. Фу-фу-фу-фу-фу, не слышно, алло. Алло, дружище, не хочу я это. Сейчас умрешь. Эх, не успел. Ну ничего, этот брат пал смертью храб. Его жертва будет не забыта. А чё, ну кто дальше будут? Эти джонки. Они же не его пошли дефать. Ты уверен, что хочешь на меня идти вот этой вот штукой? Потому что ты мне... Ну, мы просто сейчас юниты будем убивать, я ж на уникалов отобьюсь. Не сложно. Это Вен, что говорит? Ну, чё сидеть? Я понял. Сейчас тебе еще идет под ногу. Нам бы какой-нибудь город их видеть очень надо. Шпионом запахло. Завоняло, я бы даже сказал. Ну вот, да, плюс-плюс. Да, вокруг наших границ как-то неспокойно. Надо копить золото на тяжелые времена. Мои шпионы всегда чистые, не надо вот тут грязь.
Вообще это не шпион, а разведчик. Есть кругосветка. Мне нравится название вулкана, Убинос. Блин, два хода, три очка. Чё, тут чёткое по делу. Нет, ничего не принимаем. Ну чё, флотоводца и инженера? Объяви войну Сингапуру. Действительно, у меня будто бы есть с кем воевать сейчас. Так. ГГшку убили. Давайте вот так сделаем. Слышали этот голос не договор. Сейчас объявлю. Этот отвалюсь скоро. Так, купим. Не с кем-то еще воевать. Купим. Говорит, я броненосец. Пограблю. Мне понравилось. Так, я что думал, у нас с углем? Выглядит как дофига его. В жопе на протяжении всей игры. Капает плюс 6 вход. Не отвалится там все равно. Уже один отвалился. Брат, через два хода этот... Второй, я видел. Век, и у меня будет героический. Так что, я думаю, я удержу. Я не понял. Еще можно построить второго рыцаря и захватить еще три города, например. Каких три? А, ну да. Ну, это в процессе. Я просто сейчас не хочу в Кира сапаться. Я сразу в танке. Кстати, железные дороги можно построить, раз у меня так много угля. Военный лагерь для этого нужен. Убил, молодец. Фаст-кликер. Братья, никто не хочет мою селитру подержать? Давай инку, я подержу. Не, брат. Я показал, да, что как-то подозрительно звучит? Угу. Расскажи, ты читаешь или просто знать, есть смысл? Ты можешь мне уже добить? Мне уже надоело сидеть как дурачок здесь. Согласен. Две его. Брат, я виноват, что я еще в темном. Ну так просто добить. Ну как меня добить, они отваливаются, я... Я в городов, собрано у немца. М? У немца уже... Пока ты только города собрал. А, подожди, Ахен собрал, все, можно сходить. Не, так мне уже надоело, если честно, типа. Хорошо ходить. Я не отрываюсь. Два хода, и все будет. Ты столицу потерял, можешь уходить уже. Столица давно уже потеряна. Ну, ну все, можешь уходить, если тебе... Правильно, можешь уходить. А, уже можно официально выйти из игры, этот бот будет. Да. Ну, отлично. Брат, не выходи, он сейчас начнет клепать всякую фигню. Если бы было так хорошо. Не, бот не сможет, у него нет ничего по факту. Так, один ход же остался. Ну вот, прокачал. Б-б-б-б, что я хотел? Кого так, купим? Спасибо за игру в любом случае. Спасибо за игру. Флотоводца вот этого. Спасибо за игру. Сингапур жив еще вообще, подождите? Нет. Вроде как Инка уснёс. Надо Чего? А, почему Сингапур сюзит венгер, если он снесен? Я ничего не трогаю. Ну правильно. А надо трогать, объявлять. Так, учетные банки. Ля-ля-ля. Плюс 4 к боевым нерелигиозным. Давайте, наверное, вместо вассалов вот так поставлю. 9. Молодец. Ты че живучий, а? Тупо не успеваю, ни хрена. Сидишь одной ногой, забираешь немца, а тут просто Инг берет и забирает его города. Че, Инг забрал его города где?
Но он ему войну объявил просто так? Ну, блин. Ну, удачи инку, так сказать. А ты что, думаешь, я просто так во рту вышел? С нефтью. Сейчас посмотрим на инка, на его поведение. Так, у кого там какие прикольные бонусы? А, кстати, мне надо за религиозные проголосовать. Так. Ну, я тут за свое, но мне на самом деле пофигу, пройдет, если даже не осуждать меня будут. Вот это я бы провел. Да, я вижу, вижу. Это кто там во рту вышел? Ты скажи, да? А, все, вижу. Гальские братья в артиллерии. А ну давайте. Ну, сейчас посмотрим на поведение инка. Ну, давай, короче, то, что предложил. Первое? Ну, в принципе, я нормально накупил флота, пока было у нас плюс 100%. Так. Это еще бы наконец-то великолепный век. Ну, типа, мне жене вы и так бонусы не даете за то, что мы в войне, поэтому мне пофигу, что там пройдет. Слава богу. Так, реформа, пульс паровой машины. Так, оружие. Так, что прошло? Плюс 100 в религиозный, отлично. Мне, значит, надо в Шенгете караван отправить. Блин, военный лагерь нужен. Тут. Дальше в Бадунге я тоже хочу военный лагерь. Сюзерен Ватикана. Вау. Ну давайте даже. Блин, тупо вообще не успеваю ничем ходить. Из-за меток? Нет, из-за количества юнитов. Таймишься динамически. Накупил, блин, была куча религий, скидка на религию, но купил, короче, флота. Все, теперь сижу. Страдаешь?
Да, очень. Мне даже интересно, на что вы рассчитывали. Править, наверное. А, я же забыл, в воде нельзя же, да, не добывать. Нужна же эта пластмасса какая-то там. Видишь, не зря получается, мой инженер зачитал. Какой-то плохой помидор. Ну, кстати, если бы ты этим ходом не забирал, ты бы проиграл эту гонку. Получается, брат, прочитано. Жаль, тебя рядом нету. Я бы выплеснул на тебя всю мою агрессию, которая брат, сейчас... Брат, знаешь это за что? Вот угадай с трех раз, за что это. Ты молчишь, потому что тебе стыдно признавать? Тенью предложение. Мне стыдно, что такой человек называет меня братом. Это было уже жестко. Я же сказал, немного обидно. Да блин, ну... А вот устроил лучше сестра, видимо. Походу построил, брат. Венгр, дай, пожалуйста, апнуть латников по твоей столице. Не понял, а. Брат на Гале. Да. А сколько будет... А, ты, подожди, ты всю разведал территорию у этих двоих товарищей и союзников? Ну, допустим. Что будет стоить дать инфу, сколько у них угля? Да хера, я тебе могу сказать. Настолько всю не смог разведать. Так, насчет My Life. Подождите, а кто быстрее грузится? Понятно. Я думал, My Life будет дольше грузиться. С чего вдруг, брат? Так он хост, как он может дольше грузиться? Нет, не в хосте дело. Я просто капухтер себе неделю назад прям очень хорошо обновил. Я готов. Я тоже. Читайте, пожалуйста. Раз, два, три. Ай-ай-ай. Ну, хоть один спас. А куда он идет тебе? В Дели? Я не знаю, он просто плавает это. Всякие непотребства делает. Вообще ужасные люди прибыли зачем-то. Конкистадоров. Нашли. Говори, как будто победить хотят. Плюс 50 очков великих людей. Всем великим людям. Это, кстати, норм. Так, куда мы дальше пойдем? В химию. А вот тут я хотел поставить. А знаешь почему? Они просто завидуют там, что у них нет такого континента. Что у нас с тобой крепкая дружба, а у них так? Да. Согласен, брат.
Вы только тут целоваться не начните. Я уже рука под столом, если вы понимаете, о чем я. Осуждаю. Не запрещено. Боря, Алексей, вы же должны быть толерантны. Так вы отключитесь от игры. Опа. Это дополнительная стимуляция. Ух, продолжим эти двусмысленности. Теслу. Не, давайте дальше исследовательские гранты пока. Брат, ну мне кажется, мы отбились. С учетом того, что они приплыли к нам 1500 в военке. Да, мне тоже кажется, несмотря на то, что у них была еще десятка. Просто у них типа по 250 науки, я думаю, сейчас к нам приедут ядерки. Я тоже так думаю. Просто из-за Феоноры. Вот этот город, да, или вот... А, согласен, не на берегу. Ты появился, чтобы они там все свои вопросы решали? Кашляешь, как считать? Нам надо считать? Не знаю. Надо могу считать. Посчитать. Не надо. Так, там броники. Так, ты тоже вышел броники, только вот. Ну, сгони, до хрена угля, признались нам. Венгер, убери там гусаров, я подойду поближе. И я хотел бомбардой стать там, где твой корпус. А, этого? Блин, я мог... А, ну я могу только здесь у себя же активировать, ладно. Не, ну пытаться религии победить бессмысленно. Я сказал, невозможно. Не, не хочу я в Наску посылать. Да что ж такое-то? Нормально. Там 80% есть планы. Ну вот, союзничек называется. Канализация, чтобы рос, чтобы Джакарта росла. Блин, просто вообще... Мы, короче, Сатинью лидеры здесь. Тупо, походу, на улет надо играть. Потому что по-другому, ну, я не знаю, даже... То есть меня, мне кажется, остановить может только Атинью, а мы с ним в союзе в итоге. Проходил еще.
Ну давай. Все? Я скинул, что было поровну. Ну, кстати, у нас еще жемчуг тут есть в четвертом радиусе. Надо еще одного рабочего. Этого не хватит. Может, мы заменимся, не будете вы воевать, не нам, не... Нам не дадут. Нам, мы поняли. Да. Не, я думаю... А не вам, не нам, не вам, не вам, что не вам? Вы что-то можете получить тут? Вы что можете получить? Венгр, это было тебе предложение? Какое? Ну, вообще говоря, вы... Вообще говоря, вы тут в ГЭШке, да? Очень больно, поэтому... Ну, чуть-чуть тут есть. Мне надо купить тут строителя просто. Ребят, а армии находятся в новом времени, правильно? Либо это в эпохе атома. Аппарат, броники плывут. Сделай что-нибудь со своим этим. Купи хотя бы пехотинца этого. Так Данилова. Они куплены. У тебя так мало. Да я не знаю. Армия, этот... Тебе пехотинец я не вижу. О, сделай из него корпус. Не, бедный венгр, конечно, его просто с двух сторон атакуют. Там вообще никого не трогают. Угу. Так поэтому и атакуют, брат. Он просто от этой войны тут вообще ничего не выиграет. Он тебя застопал уже. Ну я и не в лидерах был, я просто в серединке. Во-первых, уже точно будет сосед, который... Брат, это твой сосед, он тебя застопал, а потом тебя заберет. Он-то никак не просел по науке и культуре. А ты просел. Сосед, ты про Финикию? Ну да. Щенка никак не просела. Ну если что. Пришел, поумирал, потерял. Пограбил. Посольство. Ну пограбил что, да, чуть-чуть. 2000. Чуть-чуть. Ну, так это хрень, что контрудит это. Кажется, это конец по оскорблению. Инка, зачем ты мне кидаешь дружбу? А, да я давно уже кинул. Я хотел тебя успокоить, что я не буду с тобой воевать. Блин, да чё сюда поехал? Надо держать тут выплыв. Чёрт. Так, отложу тут везде производство, потому что надо будет лабы строить.
Я куплю просто лабу. Матеша там добивают, или он еще существует? Существует. Я там сделки всем вам раскинул, товарищи. Так. Ну, более-менее сейчас успел походить. Кивай, что прочитал. Чего? Я говорю, ты хоть кивай. Так, а с Канадой чего? Че так грустно? Ну, она вроде там на чудеса мега воин забирала. Упарывается в этого, в бедного венгра. А чё, вены посильнее тогда, если упарываются его? Тут с двух сторон атакуют. Бля, финики и кабалы. А зачем накинуть упарцев в кого-то? Ты скажешь, сколько там угля, я скажу тебе, где лабы. Я знаю, где лабы. Ну, ладно. Я могу тебя сказать, там угля много, брат, там много угля, они тебя не обманули. О, руинка. Сплаваю сюда капером. Это было обидно. Расскажи нам про себя. Или лучше полимпангу давайте отдадим. Там он плывет еще. Кстати, а вот эта вот великолепная дама с цветочком, она вообще все эти лутает, как... Короче, любой может юнит морской покупать. В каком смысле, да. Не понял. Я могу за веру покупать любой морской юнит, да. Ты их за 17 вход. Начала переработку все-таки. Заглянем. Чтобы апнуть в линкоры отправлю. А Тине кто-то будет стопать в этой игре как-то? Это возможно? 46 тех слабыми отстроенными. А Тине?
Остановись. Ладушки. Ну, как видите, я сделал все, что мог. Две морские нации, что-то же. И что интересно, это чистейшая правда. Это действительно все, что ты мог сделать. Ого, там уже этими. Это финикийцы, ты сейчас француз убил у финикийца какой-то юнит, да? У Мумбаи. К сожалению, нет. Ой, нафига я броненосец отвожу? Это я вылетел, либо у ребят проблемы? Мой союзник прав. Ты вылетел. Дай, пожалуйста, сделку, венгр. Странно. А почему я не могу в Дели провести диверсию на производстве? Какие-нибудь соображения есть? Ты можешь Дели показать? Может, я что-то придумаю, почему? Ну, то есть у меня там есть найти источники, перерегистрировать почту, похитить ускорение и спровоцировать беспорядки. Промышленная зона... А, может, она не построена еще? Понял, как я тебе... Нет, построена. Плюс 8 дает производство. Может, если в промышленной зоне ничего нету, то тогда нельзя провести? Пожалуйста, отожми ход, покажи, что там. Не проследец, как он в Дели умудрился на 8 производства. Ну, соседство у него 8, что тут? У него 2 стратегических ресурса и... Брат, твоя земля в надежных руках. Просто удивительно, я помню свою историю, я не могу понять, где там можно нормальную пробку поставить. Между железом и селитрой. А, ну типа два леса, два рудника и еще два чего-нибудь. Ну, стоимо. Короче, Венгрия вынуждена отойти. Галлы объявили мне войну. Ё-моё, эти галлы. Дима, ты вообще как с нами? Угу. Одни войны тут, конечно. Ребята, кто помнит, как алюминия ускоряется? Национальный это парк. Национальный парк, да. Вау, нам не по пути. А у галов есть союз? Гала, что ты не засоюзишься с Канадой? Просто с такими темпами, похоже, будет континент на континент. Я не знаю, я у него спрашивал, он промолчал тогда. Если будет континент на континент, то мы победили. Ну, я об этом и говорю. Да, кстати, пользуясь случаем, давайте уже на завтра анонс дадим. Кто-то днём... Мастерская, фабрика... Военный лагерь. Скорее всего, я... Ну, можно военный лагерь, слушай, кстати. Люди, театралка. У меня наука... Ой, наука. Культура идет со священных мест. Смысл мне...
театралки строить вообще. Да идите. Ради... Только поспать от ссылки. Вот, 6, видите. Ради... У меня между экзаменами день. Шедевров. Так я не иду в туристическую. Поэтому военку. Готовься. Я с ребятами не мог себе ничего позволить, а ты вот... Я просто гениальный ребенок. Ну как же зароялял мюсклик? То, что я с венгром дружбу объединил, это просто нечто. Почему? Ну потому что я с ним не должен был дружить. В моих планах. Тори добили. Ну, он, конечно, много денег дает. Вообще, наверное, да, давайте построим. Причем тут военник? Они дружат с сынком, они не со мной дружат. Ну, ты же с сынком воюешь, правильно? Да. А у них военник. А, вот оно что. Тогда неплохо. Тогда, получается, перемудрил? Переиграл. Переиграл. На карте пригород нужен. Дима, да. Да есть, я все уже зашел. Или ты уже сам себе вопрос задаешь? Так, да не, ну, у нас тут война с Галом. Желаю продолжить. Интересно. Да Гал меня думает вынести до того момента, пока я не открою нефть, но нефть у меня 2 хода. Чего? Гал меня опережает, вот он сейчас пошел на меня танками. У меня типа все открыто, только не открыта нефть. Пускай захватил Гитлер, да как захватил, что я тут. У меня армии танков и армия. Мешать им будем. Шариком. Удачи. Ну давай. Давай, ну бас, что ты мне сделаешь? Я в другом городе. Мне парень терракотку строит в лицо. Я объявил тебе войну на так, последний. Слушайте, а можно еще перерывчик минут на 10? Ну, следующий ход может. Блин, я понимаю, тут Дима выходил, могли бы сделать. А мы можем просто сделать этот релобби, чтобы точно не было ресинхронов. Как раз пока будем грузиться, там пойдете по делам делать. Ну, можно. Ну, это, видимо, все-таки в начале следующего хода. Ну, да, давайте по этот сходим и... Так, пока тут был перерыв, типа, к чему я иду? Я буду пытаться и на Гала нападать, потому что он стал... Ну, будет постепенно, наверное, отставать по науке. Со временем он там что-то с инком воюет. Хотя он, типа, тут... Да, вот он вышел в радио. Ладно, это глянем. Ну, то есть мне надо бы тут, конечно, стены поставить. Ну, блин, если он на меня нападает, я просто покупаю за веру юниты любые. Так вот, я сейчас хочу выйти в линкоры... Апнуть джонки в линкоры. Угля у меня завались. Кстати, надо посмотреть вообще, весь ли я уголь обработал. Так, это угольные электростанции. Так, вот тут прямо на угле стоит. Это ты компост поставил в Мадурай? А вот тут уголь тоже стоит, кстати. Раз, два угля. Компост такой. Ай-яй-яй, забыл совсем вот про это. Валим. Так, хочу собрать руинку. Опыт, прикольно. Арма. Так, хорошо. Так, надо вернуться, эту джонку апнуть. Так что у меня 2 угля, да? Ну, я думаю, кого убило? Все-таки каравеллу он нашел мою. Так, ну у него маловато угля. Но я хочу апнуть в линкоры. И использовать их. Зато дофига угля у Галла, между прочим.
Гал, предложение. Я уже на будущее накапливаю. Два хода до линкоров. Давай так, я еще два раза дам. Чего-чего? Я просто хотел узнать. Давай. Ну, прям только два раза, что-то... Давай три еще. Окей, три по 10. А у нас гарантированная стратегия. Да. Угу, он поплыл. Дима, ты же не можешь перебить? Могу. Так перебей, что? Да. Так он обратно перебивает. Ну ты не вбивай вперед, просто выбивай, чтобы он не мог. Короче, чтобы она в недоразлететь была и все. Слушай, они пошли после снести, что ты палишься? А он там ее джонками защищал. И там сложно снести, она в одну клетку проход. Что-то у меня в Канаду прям дорогие могут бегать караваны. Ладно, всем пока, я спать пойду. Спокойной ночи. Спокойной. Точнее, вам не спокойной ночи. Давай. Дайте так, людям. Ну, наверное, в коммунизм пока там, пойду. А, там нет. Там. Хрен знает, где тут, кстати. Так, я могу... Я хочу подумать, пока есть возможность. Да нет, это первый ход, тут таймер нет. Блин, 155. Давайте поставлю на скидку в улучшениях. У меня надо три корпуса. Если я сейчас просто куплю пушки. Чтобы армию открыть. Блин, ну хотя бы одну железную дорогу мне надо довести. Сейчас. Я пойду жаловаться в Конгресс. Да, там. Типа, Гал захватил Гайдельберг. Чего? Были времена, Галы были сильные. Да кто ж знал, что эти верхние ветки? Я пошел по нижней ветке, а эти оказались лабы верхней. Ой, токсики. Вот бот, если бы не бот, он бы не прошел. Вот это нормально? Нормально. Так, один ход до... Инкоров. А где у нас мобилизация? Далеко. Давайте, знаете что, охрану природы открою. Я могу вот здесь нацпарк поставить. Точно, брат.
А мои друзья слева, а вы будете меня идти грабить по этому? Либо это как работает? Ничего не понял, очень интересно. Ну вот, военная агрессия, да, она принята. Так а, я там же написано, кто ее принял, мы что, ее приняли? Все, понял. Я не сильно понимаю, как это работает. Поэтому тот, кто принял, тот, кто голосовал за, тот и участвует. Понял. Спасибо за инфу. Все, брат, тебя устраивает моя защита? Отлично, брат. Да, блин. Слушайте, какая, у меня какая-то хрень со шпионом. Я пересадил в другой город, и он и тут не может диверсию на производстве делать. Прикол в том, что он у меня прокачан на диверсии на производстве. То есть у меня просто нету выбора этого. В другом городе, другой цивилизации. Как это может быть вообще? Было бы интересно, если это база Финикей, но Финикей нельзя так делать. Что за хрень? Подождите, мы ничего там не приняли случайно на Конгрессе, что это нельзя делать? Да вроде нет. Нет. Блин, какой-то бред какой-то. Просто свободная клетка. Или тут может военный лагерь поставить. Ладно, военный лагерь давайте. Блин, прикол, просто что-то вообще непонятное. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!